Здравствуйте, мои дорогие. Ой. Позвонили мне сегодня с почты. Сказали, что пришла посылка. Ну, я поехала. Думала, что, ну, как всегда, с Алиэкспресса посылка. А там... Бабам! Посылка из Медвежьегорска, из Карелии. Я даже не представляю, что в ней. Прислала мне ее подписчица моя Татьяна. Я даже не представляю, что там может быть. Ну, будем смотреть. Так. Адрес я светить не буду. И фамилию ее. Потому что вы знаете, какие бывают комментарии. Какие есть люди, которым... Только в душу нагадить. Вот. Так. Кстати, вот этот скальпель, вот я заказывала его на Алиэкспрессе. Вещь просто незаменимая. Режет все, что угодно. И еще у него, не помню, 5 что ли штук вот запасных вот этих штучек. И стоит-то копейки 60 рублей. Очень хорошая вещь. Прям... Не терпится прям открыть. Так интересно. Что ж там такое? Даю свой адрес всем желающим, потому что люди знают, что я бусы перебираю, там ремонтирую. Кстати, кому надо, присылайте. Может быть, у вас есть любимые бусы. Или просто разорвались, собрать надо, или что-то добавить. С огромным удовольствием. Ну, целая коробка. Таня, ваша посылка дошла до меня. Ой, тут письмо есть. Здравствуйте, Люба. Привет вам из Медвежьегорска. Вы жили в Мурманске, поэтому должны знать, что это Карелия. Конечно, знаю. Тань, я прочитаю. Ладно, тут так особо ничего лишнего, но не спешу. Стала я тут разбираться в квартире. Обнаружила несколько вещей, которые, я думаю, вам пригодятся. Тут она пишет, что руки в нее растут не оттуда, откуда надо.
много раз начинала заниматься разным рукоделием. Но дальше покупки материалов дело не шло. Поэтому отправляю вам, пенсионерки с золотыми руками и маленькой пенсией. Я знаю, что вы собираете кружки, поэтому купила кружку, вдруг у вас такой нет. Была с Карелии кружка, только я ее разбила случайно. Фикс-прайс. А у нас нет таких магазинов в Крыму. Ой, что ж тут такое? Ой. Так, давайте-ка я это отодвину, коробку. Так. Ой. Ой, вы посмотрите только. Смотрите, какая красота. Ой. Таня, ну вы, конечно, с ума сойти. С ума сойти. Спасибо большое. Спасибо. Мне неудобно, конечно. Ну как приятно. Спасибо. Спасибо, Танюша. А это, наверное, кружка. Спасибо огромное, спасибо. А я еще расстраивалась, разбилась у меня кружка карельская. Думаю, когда это я поеду на поезде в Мурманск? Я же на самолете летаю. Спасибо. Ой. Сколько подарков у меня сегодня, как день рождения. Ой, ну просто прям. А это что такое? Носки самовязанные. Такие прям мягкие. Ну, да.
Носки вязала моя мама. Спасибо большое, мама Танина. Спасибо. Ой, как приятно. Просто прям вот. Господи, я так люблю вещи, которые своими руками сделаны. Они же такие прям теплые такие. Ой, Танюш, я прям... Ой, 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 спасибо. У меня, конечно, есть и пистолет, и стержни к нему, но это вещь такая, которая нужна всегда. Спасибо большое. Ой, надо же, я правда говорю, как день рождения сегодня у меня. Ой, а это, представляете, ну, это, вот, я не знаю, как они называются, но это они как стразики клеются. Ой, смотрите, смотрите. Видите? Вообще. Во, какие еще. Обалдеть. Ой, я сегодня спать не буду. Ракушки. Ракушки привозила с отпусков и много лет просто перекладывала с места на место. Смотрите. Смотрите, какая красота. Ой-ой-ой, надо что-то с ними сделать. Ой, Таня. Ой, спасибо. Еще ракушки. Ой, как они не поколотились-то. Смотрите, какие. Ой, какая красивая. Смотрите. Смотрите, красивые какие. Смотрите, какие вообще. Ой, я сейчас сознание потеряю. Такой красоты. Аж дар речи потеряла. Представляете?
Я прям вот сижу, мне неудобно. Это же все денег стоит. Спасибо, Танюш, огромное. Прям не знаю, что и сказать. Неудобно, конечно, но приятно. Просто вот. Прям передать не могу, как приятно. Вы думаете, я сейчас все это сложу и уберу? Я сейчас снимать закончу и буду сидеть опять все. И буду сидеть опять все пересматривать. Ой, Таня. Тут еще. Я знаю, что это. У меня была такая, ну прям почти такая. Меня выпросила девочка. Я ей подарила. Ой, прям почти такая, только другого цвета немножко. Ну вот теперь такая будет. Вот вы представляете, как будто Новый год. Ой, какой у меня день сегодня. Я кому-то девочкам в комментариях писала. Очень плохо спала ночью. Чувствовала себя отвратительно. Утром встала еле-еле. Выпила свои таблетки. Вся прям как в воду опущенная. Корова мычит. И села смотреть комментарии, читать. И читаю. Одно лучше другого. Добрые, ласковые такие. Прям жить захотелось. А тут еще такие подарки пришли, ну. Спасибо, Танюша. Прям вот, вот.
Огромное спасибо. Неудобно, да, но очень приятно. Спасибо. Спасибо. Ну, тогда пишет. Буду только рада, если вам все это пригодится. С уважением, Татьяна. Конечно, пригодится, моя хорошая. Конечно. Буду теперь смотреть и вспоминать, что это из Карелии мне подарки такие пришли. Какие же у нас люди, да? Мне кажется, за границей никому бы в голову не пришло взять и отправить. Или богатым людям. Не пришло бы в голову. Они бы просто выбросили. Им не надо, ну и выбросили бы. А тут человек взял, все собрал, упаковал, отправила. И кому? Незнакомой тетеньке практически, да, в Крым. В голове не укладывается. Прям целая куча подарков. Ну надо. Спасибо, Танюша. Спасибо огромное. Порадовала. Прям я не могу, у меня прям. Через край все вот выплескивается. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Ну, всем спасибо, кто смотрел, за внимание, тем, кто порадовался за меня. Всем спасибо. Дай Бог всем здоровья. Ну, пока-пока.